У Могилеві сформировано каля 200 студотрадов. Студентам пропонують працу на будовлях, предприятиях, у больницах, а так само на учебных установах и оздоровленших дитячих лагерях. В одном из так званых педагогичных студотрадов побывали наши корреспонденты. 24 години у сутки, 7 дней на тиждень. Миновито так описывают свой працовный график студенты МДУ имя Куляшова. Подчас летних каникул будущие педагоги изменили статус студентов на выховальников у дитячих лагерях. Например, тут у оздоровленчем лагере «Любуш» працует 18 студентов. Улучшаю свои навыки, естественно, и каждый раз новая смена. И работать все легче, проще, потому что детей знаешь уже на более высоком уровне. В университете можно изучить только теоретический курс. Здесь все максимально приближено практически. То есть здесь мы можем с детьми научиться общаться. Мы можем показать себя. Мы можем узнать детей. То есть приобрести те качества воспитателя, а в будущем учителя, которые пригодятся ему в профессиональной деятельности. С ними весело, они всегда что-нибудь новенькое придумывают, какие-нибудь занятия. Даже в пустое время, свободное от общих мероприятий, они что-нибудь нам, чем-нибудь занимают это время. С ними всегда весело. Что больше всего нравится? Песни петь! Студентов, которые ожидают работать у летний период, становится все больше. Три человека на одно работное место у педагогичном отраде. Миновито такой конкурс у МДУ имя Куляшова. Штабом трудовых дел Могилевского государственного университета имени Аркадия Куляшова в этом году летом было сформировано более 30 отрядов. Это 360 студентов. Основная база дислокации студентов – это детские оздоровительные лагеря. Сосны, Чайка, Дубровенко, Любуш, Колосок. Сок, Зубренок, Заря. Ну, также есть один сервисный отряд, абитуриент на базе университета, где студенты трудятся в приемной комиссии. За каждую працовную смену у дитячих лагерях, а это 18 дён, студенты отримают от 150 до 350 белорусских рублей у залежности от места працы. Студотрады будут працевать до 31 жнюня. Катерина Балукова, Миколай Соболев, Новин регион.